В Щелковском гипермаркете «Глобус» появился фондомат, предназначенный для сдачи пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Это совместный проект сети магазинов и производителя воды «Боржоми». Он был запущен в рамках программы «Жить осознанно». Так у жителей появилась возможность не только приобщиться к раздельному сбору сырья, но и накопить бонусы на покупки. За сдачу бутылок и банок таких брендов, как «Святой Источник», «Боржоми» и «Эдельвейс», на карту лояльности магазина начисляется 2 бонуса. За тару от других производителей – 1 бонус. Фондомат не принимает жестяные банки, консервы, тетрапак и аэрозоли. В самом аппарате есть инструкция, все понятно. То есть бутылки сдаются до 2,5 литров, желательно без жидкости чистой, и обязательно должен быть штрих-код, потому что штрих-код считывается программой, которая внутри этого окошечка. Мы тоже решили попробовать сдать бутылку, чтобы проверить, насколько легко это сделать. Итак, нажимаем на автомате кнопку «Сдать» и кладем вот сюда бутылку. Считывается штрих-код, и он найден. Вот и все. Сами покупатели уже успели оценить фондомат, появившийся в «Глобусе», и с большим энтузиазмом отнеслись к инициативе сдавать ненужные бутылки и банки, помогая тем самым окружающей среде. Очень удобно, потому что, считая того, что мы выпиваем столько воды минеральной, которую мы реально покупаем в бутылках, то, конечно, потом мы засоряем свой мир. У меня дети очень к этому относятся, что вот люди сорят, это плохо. А здесь ты можешь сдать, и ты понимаешь, что из этого что-то переработают. Тем более это тот материал, который можно переработать. Поэтому почему бы не дать вторую жизнь той же пластиковой бутылке? На данный момент в городском округе это единственный фондомат. Также подобные фондоматы есть в Королеве, Пушкине и еще нескольких городах Подмосковья. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.